Объем иностранных инвестиций в Украину сократился. Иностранные инвестиции в Украину за 9 месяцев 2017 года сократились в 1,3 раза. Объем иностранных капитальных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2017 года составил 4 млрд 794 млн гривен, что в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Государственная служба статистики, Госстат. При этом инвестиции из госбюджета в январе-сентябре 2017 года выросли в 2,4 раза, до 5 миллиардов 271,6 миллионов ГРН, из местных бюджетов выросли в 1,8 раза, до 17 миллиардов 429 миллионов гривен. Объем средств населения на строительство жилья увеличился на 11% и составил 21 миллиардов 951,7 миллионов гривен. Общий объем капитальных инвестиций за январь-сентябрь 2017 года составил 259 миллиардов 545 миллионов ГРН, что на 26,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Весомую долю капинвестиций, 96,4% общего объема, освоено в материальные активы, из которых в здания и сооружения, 42,7% всех инвестиций, в машины, оборудование и инвентарь, транспортные средства, 36,6%. В нематериальные активы вложено 3,6% общего объема капитальных инвестиций. Нацбанк. Инвестиции в Украину превысят 2 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что в Украине существенно выросли инвестиции в сельское хозяйство. По материалам сайта newsgro.com.